Нигде не работающий житель города Высокое Каменецкого района нашел, чем себя занять. Он, можно сказать, увлекся железнодорожными диверсиями. Ведь ранее обвиняемый уже привлекался за противоправные действия на железной дороге. Наказание отбыл и опять за старое. В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый 19 апреля 2023 года на участке железной дороги Брест-Высоколитовск, вблизи остановочного пункта город Высокое Каменецкого района, умышленно повредил и привел в негодное для эксплуатации состояние железнодорожные пути и средства сигнализации и связи. Такие действия могли привести к трагедии, ведь нарушение безопасности движения железнодорожного транспорта создает аварийную обстановку. Состав может сойти с рельсов, и одно дело, когда он грузовой, другое – пассажирский. В последнем случае жертв не избежать. В соответствии с позицией государственного обвинителя, приговором суда Каменецкого района, с учетом смягчающих вину обстоятельств, то, что обвиняемый добровольно возместил причиненный ущерб, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данный приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. Объяснить мотивы своего преступления обвиняемый не смог, но раскаялся. Насколько искренне, покажет время.